10 натуральных средств для быстрого снятия зубной боли. Причин внезапной зубной боли бывает множество. Безусловно, требуется скорейшее обращение к специалисту. Но до этого можно значительно снять воспаление и боль природными средствами. Чай. Приготовленный настой чая нужно поставить в холодильник и использовать для холодных компрессов. Содержащиеся в нем танины обладают вяжущим свойством. К тому же, холод снимает воспаление. В настой можно добавить каплю эфирного масла мяты, миры, анис или базилика. Масло чайного дерева. Это универсальное средство, обладающее множеством свойств. Несколько капель эфирного масла добавить в воду для полоскания или капнуть непосредственно на воспаленный участок. Подобными свойствами обладает и масло лаванда, успокаивает, обеззараживает, заживляет. Ваниль. Экстракт ванили издавна используется как бабушкино средство против воспаления и зубной боли. Его свойства широко известны и используются при лечении зубов у детей. Ромашка. Ромашка – успокаивающее и противовоспалительное средство. Она используется в настойках и отварах. Можно добавить свежие листья или каплю эфирного масла мяты, что способствует практически моментальному облегчению боли. Мира. Своими антисептическими и заживляющими свойствами эфирное масло мира незаменимо при воспалениях ротовой полости. Также используется матричная настойка для полосканий при боли в горле. Эхинация. Это круглогодичное растение стимулирует иммунитет и обладает лечебным свойством. Оказывает противогрибковое и антибактериальное действие, борется с инфекциями и способствует заживлению тканей. Экстракт эхинации применяют местно или в качестве полосканий. Гвоздика. Гвоздика обладает анальгизирующим, антисептическим и антиспазматическим свойствами. На практике используют эфирное масло гвоздики, которое растворяют в воде и смоченной марлей прикладывают к больному месту. Мальва. Традиционно яркие цветы этого растения используются в настойках против различных воспалений. Настойкой мальвы делают полоскания или компрессы. Соль. Действие соляного раствора известно с античных времен. Благодаря своим свойствам соль способна успокоить нарыв. Чайную ложку соли разбавить в теплой воде и полоскать рот, избегая попадания внутрь. Яблочный уксус. Разбавить столовую ложку яблочного уксуса в полстакана воды и полоскать при воспаленных деснах. Также используется как дезинфицирующее средство.